это плац. Плац был, получается, и центральный вход на плац, скажем так. Сейчас мы находимся на территории казачьего кадетского корпуса имени Михаила Александровича Шолохова, который расположен в городе Кременной Луганской Народной Республики. Мы осмотрели помещения, которые разрушены после обстрела нацбатальонами. Очень хорошо, что сегодня над городом Кременным шефство берет Астраханская область, учитывая, что губернатор Астраханской области Бабушкин настоящий патриот и офицер России. Там находится один из лучших кадетских корпусов казачьих имени Бирюкова. И я уверен в том, что Астраханская область окажет содействие в том, чтобы данное учебное заведение к 1 сентября начало работать. Осматривая спальное помещение, библиотеки, мы увидели те книги, по которым детей из Кременной, из Донецка, из Мариуполя, из Северодонецка, Лисичанска, чему их учили здесь. Вот книга Андрея Куркова «Дневник Майдана». Здесь полная ложь с теми событиями, которые были в 2014 году. Здесь государственный переворот, уничтожение государственности и приход к власти националистов правого сектора показан как победа украинского народа, непонятно над кем. Не менее важный в кавычках шедевр – это «Хроника войны 2014-2020 год». «Хроника войны». Получается, Украина на юго-востоке воевала со своим народом. Они объявили войну своим же жителям. И детей в возрасте 14-15 лет, у которых родных очень много на территории было Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, учили ненавидеть своих родных и близких. Вот такие учебники. Ну и немаловажное, что у нас на сегодняшний день на территории республики создается сеть казачьих одесских корпусов, которая будет воспитывать настоящих патриотов России, Луганщины, то книга Игоря Саенко про происхождение казацтва на Луганщине – это тоже полная ложь и провокация искажения исторических фактов. Это исконная территория Всевеликого войска Донского. Была, есть и будет. И донские казачьи кадетские корпуса будут учить наших детей настоящей истории, настоящей правды, для того, чтобы вот эту грязь, вот эту муть быстрее из мозгов наших детей вымыть, чтобы они забыли слово нацизм, фашизм, правый сектор и стали настоящими патриотами своей малой родины и великой России.